Друзья, всем привет! Я на главной набережной Сан-Себастьяна в Испании. Сегодня воскресенье, классный такой денек, много людей, все гуляют, не жарко, облачность. И вот сейчас вам покажу такую интересную локацию. Это, вот смотрите, какой памятник Дон Кихоту и Санчо Панса, известным персонажем. Пока здесь есть скульптурная композиция. Много музыкантов. Вот рядом возле меня тут мужичок играет на, там, на аккордеоне. Здесь же и пляж, главный городской пляж Сан-Себастьяна, Атлантический океан. Такой тут движ. Ну, людей не сильно много, потому что не жарко, и поэтому люди не сильно хотят купаться. Хотя я покупался только что нормально. И вот такой вот мужичок играет. Электроаккордеончик. А не, он не электро, у него просто микрофон и вот такой тут движ. Сегодня здесь протяженность где-то до километра этой самой набережной. И здесь очень много разных кафе, много отелей расположено. Ну, такое место самое движовое, знаете, во всем Сан-Себастьяне. Это северный город Испании. Я вам уже не раз его показывал. Очень красивая архитектура. Тут много таких фешенебельных зданий. Ну, прикольное место. Я люблю здесь бывать. И бываю довольно часто. Вот. По роду своей деятельности приходится. И никогда не отказываюсь себе в удовольствие побывать на набережной, прогуляться здесь, особенно в выходные дни. Ну, так. Интересно здесь проводить время, честно скажу, воскресный день. Ну, вот так вот еще вам пройдусь. Тут такой коротенький сюжетик. Вот рядом угловое здание, отель. Вот видите, называется Лондрес. Недвижка здесь, конечно, очень и очень дорогая. Вот, есть велодорожка, народ на велосипедах катается. Вот. Вдоль всей набережной. Да не только по набережной, много по городу есть велодорожек. Вообще город комфортный. И кто не любит жары, кто хочет иметь рядом океан, это все здесь. Здесь умеренный климат, вообще идеальная влажность для организма. Ну, вообще шикарное место для жизни, честно скажу. Вот такой вот сюжетик вам. Друзья, всем привет. Я в Испании. Сейчас нахожусь в магазине Decathlon. И мне нужно купить чемодан. Потому что мне скоро ехать нужно будет. Возможно, мы даже поедем куда-то на отдых с Саней. И мне не хватает чемодана. И мне нужно сейчас выбрать какой-то чемоданчик. Вот сейчас хожу, ищу, где они здесь продаются. Если здесь не найду, пойду рядом, магазин Ашан есть, и буду там искать. Там, по-моему, точно я их видел. Вот такой вот магазинчик Decathlon. Сейчас будем смотреть, но пока не вижу. Так, похоже, что здесь нету такого дела. Здесь есть рюкзаки, а вот именно чемоданов я не вижу. Короче, нету здесь чемоданов, только что спросил у менеджера, который работает в зале, сказал, такого дела нет, тогда иду в Ашан.
здесь они находятся буквально рядом, вот за моей спиной Декатлон, и вот там вот, вот это вот уже Ашан, вот крыша такая со скатом. Но он здесь называется в Испании не Ашан, а Алькампо, потому что по-испански, видимо, ну не знаю, вообще-то как бы имя не изменяется, но здесь вот так вот название Ашана во всех странах, Ашан у нас Ашан, там во Франции Ашан, в Польше Ашан, в Испании Алькампо. Как-то так. Сейчас посмотрим здесь чемоданчики. Вот так вот выглядит сам магазин, ну это большой супермаркет, здесь как бы много разных отделов, не только отдел Алькампо и другие магазины. Такой огромный зал, и по-моему где-то там в том краю я видел чемоданчики, сейчас посмотрим. А вот кажется, я уже вижу этот отдел, не знаю какой брат, пластиковый или такой вот, ну трепчаный, как говорят, да, с материей обшитой. Вот они. Я когда-то уже смотрел, вот мне нужен, в принципе, большой, но вот самые большие, это вот такие вот, как красный стоит, и вот такой вот блестящий черный, ну не знаю, возможно, мне будет достаточно вот такого вот, вот такого вот чемоданчика. Так, ну, вроде бы так ничего, все работает, ручка два положения. Есть кодовый замок. Вот здесь вот пластик. Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. И вот примерно тоже таких размеров модель. Но из тряпки. Ну, видите, здесь плюс в том, что здесь вот есть карманчики такие, которые вы можете еще чем-то наполнять. А так они, в общем-то, абсолютно идентичная. Просто пластик более практичный. Он его протер, вытер, даже если он где-то испачкался, это очень легко исправляется. Материя как бы не так удобно. Задача. Ну так, стоимость этого 74 евро. Этого 64. Разница в 10 евро. Так. Сейчас буду определяться. Так, друзья, купил я чемоданчик вот такой вот черный, лежит на заднем сидении. Практичный цвет, хотя я люблю яркие цвета, ну на этот раз решил взять вот такой вот черный цвет. Пластиковый, довольно-таки вместительный, и я думаю, мне будет достаточно для того, чтобы туда упаковать все свои вещи. Вот так вот. Ну что, друзья, скоро будут новые видосы, новые страны. Я скоро с Испании буду ехать в Польшу, и потом, наверное, с Польши буду лететь куда-то на отдых и надеюсь показать вам интересный контент. Так что вот так вот. Будьте с каналом, давай поехали. Всем удачи.